Срочно продается трехкомнатная квартира по проспекту Победы 2Б, магазин «Силуэт». Евроремонт, мебель, 3 миллиона рублей. Торг. Телефон 25-20-04. Срочно продается трехкомнатная квартира в поселке Южный, по улице Заречной, 2. Звонить 20-60-20. Срочно продается двухкомнатная квартира по улице Ленинской, 65, около Агау. Ремонт, мебель. 2,5 миллиона рублей. Торг. Звонить 25-20-04. Университет связи проводит набор абитуриентов на бюджетной и платной основе по адресу улица Пролетарская, 249. Справки по телефонам 520123 53-50-50. Учебный центр «Щит» проводит обучение, продление лицензии на травматическое охотничье оружие. Обращаться улица Донецкая, 131, телефоны 25-75-78, 68-82-82, 68-82-57. Вниманию родителей! Лагерь «Факел» в Дубках приглашает на отдых детей в возрасте от 6,5 до 15 лет с 28 июля по 17 августа. Возможна оплата, в том числе сертификатами СР и СТ. Справки по телефону 21-01-61. Обучение охранников. Школа охраны «Долг-2». Телефон 58-27-25. Ремонт стиральных машин, продажа запчастей, телефон 60-60-80. Продается автомобиль «Газель пассажирская», дизель в отличном состоянии, 400 тысяч рублей, в селе Октябрьское. Звонить 8-922-847-77-79. Ремонт стиральных машин, недорого, телефон 42-09-09. Требуются водители категории CE на КАМАЗ-самосвал. Телефоны 24-82-16-42-16-07. В компанию требуются управляющий филиала, эксклюзивный представитель на Изавер и заведующий складом. Телефоны 54-03-20-8-912-345-71-61. Требуется маляр по покраске автобусов. Оплата от 30 тысяч рублей. Телефон 75-52-31. Требуются охранники. Обращаться по адресу улица Деповская, 96А. Требуется водитель КАМАЗа на ямабур и манипулятор. Слесарь по сборке металлоконструкций. Телефон 8-961-906-77-78. В продовольственный магазин по улице Пролетарской, 263, требуются продавцы. Телефон 8-912-843-23-49. Требуется инженер по техническому надзору. Звонить 8-987-795-60-64. Требуется автослесарь. Телефон 60-20-50. Требуются менеджеры по продажам автомобилей, а также автомойщики. Звонить 8-922-559-42-50. В чайный магазин требуется продавец. Телефон 780936. Срочно требуется мастер по ремонту холодильного и торгового оборудования. Телефоны 219135, 214607 и 274902. Требуются автомойщики. Звонить 286575. В организацию требуются мастер в цех по изготовлению металлоконструкций, электрогазосварщики, монтажники, слесари по сборке металлоконструкций. Оформление по Трудовому кодексу, полный соцпакет. Имеется развозка. Телефон 91 45 45. В
продовольственный магазин в поселок имени Куйбышева требуются продавцы. Телефон 24 12 11. В банк на проспекте Победы 14 требуются уборщицы. Звонить 30 20 10. Требуется водитель на фронтальный погрузчик. Телефон 96 29 29. В ресторан требуется уборщица. График 2 через 2 с 12.00. Обращаться Советская 36, телефон 43 42 15. Требуется газоэлектросварщик, слесарь, мастер, водители на трал и самосвал, машинисты асфальтоукладчика, бульдозера Т-170, автогрейдера, автокрана, катка, а также дорожные рабочие. Телефоны 8 90 33 62 29 70 или 37 81 42. В кофейню требуются бармен и повар-кондитер. Телефон 20 94 05. В организацию требуются стропольщики, официальное трудоустройство. Телефон 46 74 82. Организации требуются водители категории CE, БелАЗ, машинисты экскаватора, бульдозера, автоэлектрики. Вахта в Оренбургской и Челябинской областях. Телефоны 8 909 614 76 20. 8 922 897 77 77. В кафе требуется повар и пекарь. Телефон 23 04 26. Требуется кладовщик, грузчик-комплектовщик, продавец на стройматериалы, кассир-операционист и уборщица в магазин. Телефоны 54 03 20 8 912 345 71 61. Требуются лицензированные охранники на вахту и суточные посты. Телефоны 8 932 554 96 39 или 600 849. В производственную организацию требуется электромонтер, главный энергетик, высшее образование, опыт работы от 3 лет, группа допуска не ниже 5. Слесарь-сборщик, плотник-станочник, опыт работы от 3 лет, допуск к станкам и оборудованию. Обращаться в рабочее время по телефонам 30 62 54 30 62 53. Требуются охранники, телефон 90 17 43. В магазин по улице Новой, 4, требуется уборщица. Звонить 30 20 12. Требуются машинисты на бульдозер и на гидроподъемник. Телефон 60 25 83. Требуется слесарь-сборщик и сварщик. Телефон 59 33 44. Требуется сторож на автостоянку. Телефон 24 20 40. Предприятию общественного питания требуются электромеханики по торговому и холодильному оборудованию, рабочие по зданию, мойщики тары, дворник, грузчики, уборщики, кладовщики. Соцпакет. Телефон 32 83 46. ИП требуется заместитель от 35 тысяч рублей, в том числе офицеры запаса. Звонить 60 46 97. Банковские работники 27 тысяч рублей, телефон 60 36 87.